все в кадре. Есть. О, привет! О, привет! Всем привет, меня зовут Николай, и да, возможно, я потерялся на долгое время. Ну, сначала я решил все-таки получить права, потом еще одни права. Ну, в общем, времени на ролики у меня, в принципе, не было. Обидно. Сегодня, как я говорил уже давно, будет видос по Джимбару, а именно та самая Нивелада. Ну что ж, я желаю вам приятного приятного присмотра. Погнали. Хорошая шутка. Я ловлю себя на мысли, что где-то уже это видел. Ну, вообще стоило начинать с разминки, но мне не надо. Сильное заявление. На мой взгляд, базы для данного элемента не существует, однако вы можете использовать испанский выход силы в качестве базы. Это вам значительно поможет в дальнейшем изучении элемента. Конечно, нет. Все намного проще, чем вы думали. На самом деле, Нивелада — это не элемент, а просто положение, в котором вы должны зафиксироваться. В данном отрезке видео я показываю, что ваша рука должна лежать строго на пояснице, не выше и не ниже. Это очень важно, запомните. При этом ваше свободное плечо и свободная рука должна тянуться максимально назад, таким образом вы поймаете баланс. Да, понимаю, сперва вам будет достаточно больно находиться в этом положении, но я вас уверяю, это лечится только тренировками. Логично, не правда ли? Если вы думаете, что для вас это слишком сложно, делайте много попыток испанского выхода и постарайтесь там задержаться. Ну и если вам действительно страшно и вы боитесь, что вы упадете, используйте лямку. Если вы давно занимаетесь на турнике и ищете что-то новое, но, как говорится, все новое, это хорошо забытое старое, и в этом как раз таки вам поможет джимбар. Можно даже на площадках выпендриться или просто показать своим друзьям, что вы умеете. Ведь это гибкость, это ловкость. Ну, в общем, много чего развивает этот джимбар, и вы можете делать различные элементы повышенной сложности. Ну а если вы хотите научиться инфрамундо, то учите Нивеладу и посмотрите мой ролик, который называется «Обучалка по инфрамундо. Достаточно горная». Годная. С ним можно поорать, потому что там есть мемасики. В общем, я в принципе все рассказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, ну вы все знаете. Всем пока. Когда будет новое следующее видео? Не знаю. Я просто похлопаю.